Всем привет! Сегодня день, когда мы получаем коляску, забираем, привезли ее с Германии. Сейчас едем ее забирать. Ну и покажем немного, как мы едем забирать коляску. А там уже, как приедем коляску, я ее подробнее вам покажу. Всем большое спасибо, кто помогал мне на сбор этой коляски. Ну, будем немного снимать ролик и будем показывать, как мы едем ее забирать. Все, ждайте. На этой машине поедем ее, возьмем прицеп на заправке, поедем заберем ее в Минск, потому что мы сейчас в деревне находимся. И очень, блин, я не знаю, у меня одни эмоции только. Thank you.
это вот так, да? Да, да, да. Так упакован хорошо. Сейчас кладу. Ну вот. И колядка, которую он так долго ждал. Долго это сколько? Он собирали деньги на нее. Вот, и долго ждали, но... Вот она и... И приехала. Там уже приедем, подойдут ребята, которые помогут, да. Они все довольны, что он уже с ними будет хоть куда-то ездить, понимаете? А так практически, конечно. Так, и еще раз. Встань. А я рядом. Рядом тогда здесь. Катайтесь, Витя. О, давай. Еще одежду садим. Посмотри, пожалуйста. Сними меня с Анатолием Михайловичем. Анатолий Михайлович, пожалуйста. Это вот это благотворительный фонд, который мы благодарим. Они нам помогают во всем, всегда нас поддерживают. Большое им спасибо. Что можем, помогаем. Да благословит вас Бог. Спасибо. Большое вам спасибо за помощь. Спасибо вам за помощь. И Бог вас тоже не забудет. Ну, посмотрим. Мы в рекламах не нуждаемся. Нас просят все инвалиды. Мы делами славы. Хорошо, да. Хорошо. Это правда. Все. Все.
Где мне стоять, помогать? Вы будете сбоку стоять. Держись, чтобы она не упала. Хорошо. Будем сами ложиться. Садись. Давайте лучше решим. Ноги убирать. Ворота там нет. Мы же говорим, держите. Все нормально, доску рушим. Все. Приподними, наклони. И берем доску. Наклони еще лишь. Там доску секунду. Держи коляску. Ну, вот, машина подана. Ну да. Колеса какие, газоновские. Да. От БТР. Якубовский Сергей, что там телефон? О. Конечно, да. Все указано. Надо указывать, у чека синий. Да, не бойтесь. Да, ну, да. На, у меня нож возьми. Здесь в кармане. Кали ТВ тебе покажут. Не знаю, не знаю. Может еще мне надо глядеть. Упаковали за границей? Да, в Германии. Все аккуратно упаковали. Бокс сделали этот. Осторожно. И он даже покрасил мне черный цвет. Вообще классная. Маленькая такая. Ну, а я бы не сказал маленько, 150 килограмм весит. Кажется, вот такая вот красивая, компактная. Колесики толстые такие. О, блин. А это все чувач. Я потом поборезаю где-нибудь. На, положишь. Ну, резина, а резина новенькая. Угу. Классно. Отбивать надо шурупами. И там пенопласт еще положили. Где? Там коробка, там колеса запасные, резина, но подножки электро. Амортизаторы вроде тоже. Вот тут колеса, да, действительно, как у мопеди толстые. Ну да, потом у вас будет пропадать. Лолу, ну, Лолу действительно. Она как Марина уже. Да, ты там по полу тебе, и что ты? В машине сидел? Да, но они там пофотографировали. Ай-яй-яй. Вот это техника, вот это колесики. Или зарядная, наверное. Зарядная, наверное. Там же амортизаторы, колеса. Надо эту овку. Нет, там летние. Но... Между прочим, задние больше, передние меньше колеса. Ну так это конечно. Ты, конечно, ведущий. Ты тормоза. Ты тормоза сними. Вот эти вот боковые вверх поднимай, как. На себя вверх поднимай, они как коробка. Ты вверх поднимай, там же такая ручка, пипюлька внизу. Во. Это наоборот тормозы ему поставил. Пипетка. Слишком нема. Русской. Не спеши. Сгорись на там. Как она заводится? Там надо ножки, вон там, наверное, там пульт лежат. Там пульт лежит. Нет, это спереди должно быть. Или коляска шатились до паски.
запасные. Он новую поставил, а это... Они новые, ну, грубо говоря, ну, они хорошие. Только что это сам, он говорит, я уже те новые поставлю, потому что потом не новенькие тоже. Это зря. Ну так а ты что думал? Она будет работать сразу. Конечно будет. Надо подключить, потом будет работать. И спинка опускается. Он может лежать. Молодец. Автоматика. Здоровый. Это поддон уже тут остается. Да? Да, конечно. Мама, это запасная. Это все запасное. Ты да, под самый конец тогда сок. Так, это пока достать, там где-то сидеть надо поднять, достать провод, который идет на пульт. Поднимается она как-то спереди, там кнопка есть, она поднимается полностью сиденье. Капот так. А куда вот этот подсоединять надо? Я же тебе говорю, куда. Все, поднимай, да. Верхнюю, да, вот эту вот, крути, открути ее посередине, по центру. Нет, по центру, внизу. Дальше, 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 дальше. Аккумуляторы. Смотри, где-то вот провод должен быть выходить на этот пульт. Нет, эти не надо. Вывести, чтобы его не пережал. Через ад, наверное, да? И потом пропустить их снизу. Туда, если. Ну, сюда. Угу. Я тоже думаю, что сюда. Она пережмет, может, нет. Сейчас я поставлю. Лола подбежала в хату. Давай, ходить. Наверное, вот через заднюю туда выпускай. Стой, надо сжечь и зажечь. А потом это надо будет с этими скруточками. Да? Ну, включи, попробуй, пульт будет работать. Да? Ну, все.
Маленькую скорость сразу ставь. Вот это да. Вот это. Сейчас я поднимешь, я возьму, зажмем эту. Наверное, меня плохо слышно, подойди, может, поближе. Получила коляску. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне у нее собрать. Это Василия Гордиенко, Валентин из Испании, Надя, Таськин огород, там много кто помогал мне. Большое вам спасибо, что приобрел такую коляску. В ней такие вот функции есть, я вам сейчас покажу, которые мне не нужны были для моего состояния, потому что пережимают. Здесь вот нажимаешь. Ноги опускаются, отойди подальше чуть-чуть, потом поднимаются высоко, потом я нажимаю функцию спинки, эта спинка отъезжает, я могу полежать на ней, чтобы немного расслабиться в ней, ну отдохнуть. Она больше опускается, но я не буду больше опускать. Я так вам покажу. Вот я сам без посторонней помощи могу ее поднять и опустить. Вот голова так опустилась. Теперь опускаем ноги. Так, выключаем воду. Маленькую передачу. На ней, конечно, надо попробовать научиться, потому что на ней очень тяжело, это как на обычной коляске. Но полностью тест-драйв я вам потом покажу, засниму. Полный обзор я сделаю потом, а так подписывайтесь на канал. Всех еще благодарю вообще за возможность. И Анатолия, кто помог перевести эту коляску, это было очень тяжело, но мы это сделали. Спасибо вам большое, удачи!